Многоэтажный дом – общественная парковка, но есть такие автолюбители, которые абсолютно уверены, что в своем дворе они могут организовать личную стоянку. Для этого они ставят столбики, натягивают цепочки, не давая таким образом другим машинам занимать данные места. Что делать в такой ситуации честным автолюбителям и как бороться с незаконными действиями, разбиралась наш корреспондент Екатерина Чернышова. Наверняка многие могли наблюдать у себя во дворе такую картину. Парковка и несколько машин стоят за ограждениями. А можете ли вы припарковать свой автомобиль на это место, когда машина уедет? По закону, разумеется, да. Ведь парковка является общественной. Но по факту автолюбители, чьи машины стоят за цепочками, веревками, столбиками, абсолютно уверены, что четко дали знать остальным водителям – это место занято. Подобные действия со стороны водителей называются незаконным захватом общественной территории. Ограничительные установки столбиков – это самовольная установка объектов. И предусматривается штраф нашим законом. Это на частное лицо от 4 до 10 тысяч рублей. Согласитесь, удобно всегда иметь свободное парковочное место около дома и знать, что на нем стоит только ваша машина. Облегчить себе жизнь таким образом решили жители дома номер 39 на проспекте Ленинского комсомола. Практически вся территория около дома выглядит как одна частная стоянка. И даже когда водители уехали и места для машин опустили, никто встать на них не может, потому что подняты парковочные барьеры. Куда обращаться остальным водителям, если они столкнулись с подобной ситуацией? Административно-технический надзор помогает решить такого рода проблемы. Можно устно обратиться или направить письменное заявление. Мы будем меры принимать, стараться, чтобы не было таких нарушений. Также вопросом незаконных парковок занимается управляющая компания. Наши действия по этому поводу производятся такие. Мы или сами выявляем водителей, направляем в администрацию списки, потом собирается комиссия, и управляющая компания демонтирует эти парковочные места. Поэтому водителям нужно думать о том, что куда ставить свою машину. После обращения в управляющую компанию в течение месяца незаконные ограждения будут удалены. Вы можете вызвать участкового и обратиться в общественный пункт охраны порядка. Они зафиксируют факт самоуправства, сфотографируют номера машин. Можно написать жалобу в ГИБДД, ведь незаконные захватчики парковочных мест испортили дорожное полотно. Еще один штраф на 1500 рублей. Кроме того, их обяжут восстановить дорожное покрытие за свой счет, что наверняка отобьет желание организовывать личную парковку у себя во дворе еще раз. Главное не оставаться безинициативными и помнить, что закон на вашей стороне. Екатерина Чернышова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.